Я хочу играть. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Прикинь, Митяй, какие превратности судьбы. Еще вчера я на пожизненном чалился, а ты торчал в свое удовольствие. А теперь я обдолбанный баб трах, а ты тут дохлый плаваешь. Дядь, слышь, чё? Чё? Мне пушка нужна наведать кое-кого. Шмару какую-нибудь решил завалить напоследок. Да какой шмару? Отчима. Отчима? Ну-ка, давай расклад. Наливай, чё, заснул? Давайте, мужики, чтобы у нас все было, а нам ничего не было. Ну, чокайся же. Заткнись. Чё ты, эта краля твоя, она сейчас на меня как-то не по-доброму косится. Да, она тебе на бушку нагадит оттуда сверху. Да положи ты ее. За 10 лет уже вон у нее засмотрелся. Бать, ты чё, это же мамка моя. Мы же так и сегодня сохранили. Заткнись, ублюдок. Вопишь, как та сирена. А чего мне не нравится, я не понял. Сейчас, мам. Погоди, малой, не кипиши. Поженешься ведь как-нибудь или подставишься? Забей. Надо срочно перепроверить тех, кого отобрал Женя. Девочка, домохозяйка, зэк, бывший военный, школьный учитель. Раньше заняться надо было, но ситуация с мошенниками отвлекла. Сейчас нельзя терять ни минуты. Может, это они Жене помогали? И флешку с данными для него? Нет, Жене эта информация не нужна. Он знает в 10 раз больше. С кого начать проверку? Больше всего мне не нравится номер 7. Служил в спецназе. Возможно, завербован. Его я проверю сам. На тебе... Давайте проверю женщин. Что? Женщин. Женщин? Да, давай. На тебе зэк и учитель. Что-то еще? Нет. Выглядишь бодро. Молодец. Кого же ты нашел? Доброй ночи, дамы и господа. Первый день бессонницы завершился. Мои поздравления. И что, на сегодня все? И что теперь делать? Ну, наверное, звучит банально, но спать. Шутишь? Спать. За последние 2 дня я похоронила мужа,
Узнала, что он делает ставки на человеческие жизни. Сама теперь торчу здесь. Так что усну я вряд ли. Выпей. Ха, господи. Я сегодня выпила больше, чем, наверное, за всю свою жизнь. Не могу. Ну тогда снотворное. Ну тогда снотворное. Эй, засыпаешь? Нет. Все надеюсь, что открою глаза. Пойму, что это был страшный сон. Наш план найти арендатора в казино провалился? Неужели никак нельзя достать инфу? Нет. Все счета по офшорным помойкам раскиданы. Даже с полномочиями это можно делать годами. Да я не могу поверить! Ты же опер, сотрудник полиции! Неужели нет никого, кто сможет нам помочь? Мой Нач делал все, что мог. Но, как видишь, мог он не так много. Но он же не один в полиции. Позвони знакомым, объясни. Ты понимаешь, что у нас времени нет? Нам жить осталось несколько часов. Да кому я тебе позвоню? Министру МВД? Мой Нач полкан так на минуточку на Петрах. Так что тоже не мальчик. Но и он без инфы и полномочий ничего не может. Сейчас все это выбивает. А нам надо держаться и ждать. И, между прочим, вы все здесь по своей вине, а я... Я на работе. Не хотела никого сбивать. Это случайность. Так вышло. А я вообще хотела стюардессой быть. Ладно. Пристегните ремни. Наш самолет начал снижение. Есть одна мысль. Поехали. Ира. Ир! Ир, ты заснула, что ли, Ир? Да, пап. Ну и чего, вы где? Я уже иду. Одна ли со Светкой? Я со Светкой. Она же провожу. Она меня проводит, а потом я ее. Давайте аккуратнее. Да, скоро буду. Да, ждем. Тут мамка борща наварила вкусного. Алло. Алло, Маш. Маш. Машка. Машка, не молчи! Машка. Что же ты натворила, Ира? За что мне все это, а? Господи!
Здрасте. Добрый вечер. Мне нужны таблетки от головы. Какие? Самые сильные. Для вас? Да, для меня. Для детей есть на травах. Послушайте, я же вам сказала, мне нужны самые сильные таблетки. 2 пачки. Бутылка воды. Здоровье свое гробишь, глупая. У тебя вся жизнь впереди, а ты такие таблетки сильные пьешь. 500 рублей. Жизнь впереди. Надейся и жди. Акция в магазине спортивных товаров. Только сегодня ночью. Скидка на все тренажеры 30%. Не упусти шанс стать стройнее. Дядь. Все хорэ, малой. Сказал нет, значит нет. Если отчим твой в казино еще, туда соваться вообще без маза. Да он, наверное, домой уже пошел. Смена же не бесконечная. Я тут бабу эту, Ольгу, узнал. Мне ее мужа на заказ поставили. Короче, ща приду, расскажу. Полыну не трогай. Да. Дим, тут девушка пришла, потерпевшая. Следаки на выезде, из оперов в отделе только ты. Прими заяву. Сейчас буду. Вовремя. Че? Вон потерпевшая, сумочку украли. Опроси, а. Дашка. Прямо кашка. Привет, Дим. Здорово. Заходи, я сегодня один дежурю. Кушать хочешь, могу тебя бутерами угостить. Эй, ты чё? Я вообще-то пью оттуда. Дашка. Да я чистая и невинная. Ты чё? Устала? Можно сказать и так. Ну, рассказывай. Какими судьбами? Дим, я по делу. Угу. Я влетела в историю очень хорошую. Мне помощь твоя нужна. Да не вопрос. Ты же меня знаешь. Говори, что нужно делать. Нужно последить за одним человечком. Когда он придет, прицепишься и будешь сообщать мне, что да как. Угу. Что за человечек? Из криминала или из наших? И знаешь, что хуже, да? Нет. Гражданский. Ну, скажем так, с ним лучше поаккуратней. Да не проблема. Смену сдам, сразу поедем. Боюсь, что это надо прямо сейчас, Димчик. Дашка, я вообще-то на сутках, если что. Ну что ты как не родной-то, а? Мне тебе отмазу придумать или сам? Ладно, ладно. Скажу, что на выезд поехал. Еще где твой объект, куда двигать-то? Я его вызову к нам. Чего? Вызовешь к нам? Ночью? Сейчас сутенер, что ли, какой-то, или шалава? Если бы.
Тебе не нужны детали, Димчик, поверь. Жди здесь. Съезди, разберись. Может, я? Нет, Злата. Присмотрись к ней заодно. Угу. Ты спать. И я спать. Чувствую, скоро полыхнет. Тогда уже будет не до сна. Как думаешь, кто первым вылетит? Мне плевать. А я думаю, она. У нас есть глобус Украины и карта сокровищ, волшебная палочка и скатерть-самобранка, а также достойная упаковка для любых ваших идей. Магазин уникальных подарков. Ортопедические матрасы и подушки из микрофибры. Все для комфортного сна. Я должен ей помочь. Мне нужно ей помочь, иначе все это не имеет никакого смысла. Мне все равно не победить. Ладно. Так. Так. Патрон должен быть в стволе. Давай. Да давай ты, ну! Так, стоп. Себе. Черт. Я же знаю, что ты где-то рядышком. Ну, выходи, не бойся, выходи. Погнали, это здесь! Вот она! Дрянь. Гриф, беги сюда! Гриф!
Ладно. Вон она. Погнали! Вот ваш телефон. Номер мы восстановили. Сим-карта внутри. Мама? Да, мам. Алло. Алёш, привет, здравствуй. Ну что ж ты к телефону не подходишь целый день, а? Вчера до утра гонял. Ты сегодня-то хоть придешь? Приду, приду, мам. Все, пока. Алёш! Камера где? Слышь, погоди, ты чё? Я просто шел. Ты чё увязался за мной? Чего? Я думал, ты к метро идешь. Я тоже шел за тобой к метро. Я... Да слышь, я не местный, я города не знаю. Отвали вообще! Метро закрыто сейчас. Полшестого откроют. Да? Фигово. Ну ничего. Постою, музыку послушаю. Удачи. И тебе. Мне она пригодится. Лобовое 100, боковые 200. Фары помыть? Я ничего не просила. Так мы уже сделали. 300, бабки гони. Так, понятно? Тихо, тихо, ладно, что ты? Пацаны, валим, у него ствол! Здорово, высота. Здорово, Тох. А ты чё, какими судьбами? Да вот мимо проходил, думаю, к друганам зайти. Ну, выглядишь ничего так. Бабло есть? Дочь, ну не переживай. Нормально. Эй, бабки есть? И все? А телефон? Домой, иди, мальчик. Ты чё, оглох, что ли? Я сказал, бабло гони. Ну, ты сам напросил. Все, валим, парни. Вы стоять! Вы с места, полиция! Я тебя предупреждала. Еще раз и поедешь в колонию. Собирайся. Да ладно, тетя, что ты? Я же сирота, денег нету, кушать хочется. Столько лапши на ушах, что хоть макароны заводик открывай. Мне это можешь не втирать. На хлеб ему не хватает. А то я не знаю, что ты наркоту покупаешь. Это кто с вами? Новенький. Прибился, из дома ушел. Давно? Ну, с недели, наверное. Мать умерла. Отчим бухает. А сам глухонемой, что ли? Нет. Телефон отчима сам продиктуешь? Или тоже в колонию рвешься? Сам. Ты чё гнедёныш меня позоришь?
Еще по отделам я за тобой не ездил, не забирал. Я все равно убегу и с тобой, гадом, жить не буду. Не волнуйся. Я такая отморозь тоже нахрен не сдалась. Знаю, что с тобой делать. А ты что? А тут чему свалил опять, да? Не, я только проведать. А. Слушай, а вас же в колонию вроде отправили. Да нет, это инспекторша, она только говорит. Приют нас направил, мы опять свалили оттуда. На, возьми. Ты что, грабанул, что ли, кого? Или отчима свистнул? Ну, типа заработал. А-а-а. Ладно, мне пора. Подожди. Может, на ночь с нами останешься? У нас марки есть, закинемся. Не, я не могу, у меня дело срочно. Ну, как хочешь, давай. Если что, заходи. Ну, вот это вряд ли. Я тебе звоню-звоню целый день, а ты все недоступен, недоступен. Я телефон потерял, симку только восстановил. Мам, ты слышишь? Что слышишь? В подъезде кто-то ходит. Лифт? Слушай, ты такой нервный стал с этими гонками. Пошел поспал бы хоть, у тебя вон уже глаза краснючие. Нет, там точно кто-то есть. Леш, ну кто там будет, а? В час ночи. Может, это кошка ходит? Может, и не кошка. Ну куда вот ты пошел? Ну ты же не съел ничего. Что у вас случилось? Машина забегала, зацепилась и дверью ударила. Угу. Да. Смэчи. Что? Хлам, говорю. Нерабочий. Удачной игры. Здорово, Мих. Гоняете сегодня? А где? Слушай, есть тачка свободная, заряженная? То моя, сам знаешь. Совсем? Ездить разучился? Нормально, нормально. Да какой нормально? Ты меня сейчас чуть не убил.
Ты вмазанный, что ли? Э! Шел бы ты отсюда, баран. Леха, ты че? Вали отсюда, я сказал! Женя, у нас проблема. Судьи проверяют тех участников, которых набирал ты. Черт. Это плохо. Рисковать нельзя. Антидот достать не удалось. Значит, остается только выиграть. Женщин я взяла на себя. Но если они узнают про нее, тебе не дадут доиграть. Не узнают. Я устраню ее раньше. Как участник имею на это полное право. Никому она ничего не расскажет. Пожалуйста. Сделай это как можно раньше. Не волнуйся. Чего это, сэ? Надеюсь, это что-то хорошее. Береги себя. Да. Алло, ты где? А ты типа не видишь. В том-то и дело, что нет. Ты не обозначаешься, уже где-то час такое. Час? Странно. А сейчас? Да, вот точка появилась. Я ехал очень быстро, за сотню. Походу, их датчики слежения не успевают передавать сигнал на большой скорости. А разве у них не GPS? Глумишься, что ли? Кто их туда пустит? К тому же это лишние улики. Я думаю, у них какая-то своя система. И как мы выяснили, у нее есть слабые места. А, класс! Это надо использовать! Приезжай, есть новость, я у башен. Ты же видишь, где я. Никак не могу привыкнуть. Снотворная. Лучше две. У
Господи, пожалуйста, ну засыпай уже, ну утро же скоро, ну пожалуйста. Наш торговый центр закрывается через 10 минут. Просьба оплатить ваши покупки. Ждем вас снова в нашем торговом центре. Девушка! Девушка, торговый центр закрывается. Что? Я говорю, торговый центр закрывается. А можно я здесь останусь? Слушайте, может, я могу вам чем-то помочь? Нет, спасибо. Лейтенант Мищенко, добрый вечер. Документики, будьте добры. А что у вас с рукой? Наручники. Садомаза люблю. Повезло же кому-то. Я поеду. Счастливого пути. Все в порядке? Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Точно хорошо? Да, все хорошо. Уходите. Вот он. Ну что, Антон? Пойдем? Чё? Это кто? Ну, давай, давай. Собирайся. Эй, слышишь? Побырик. Руку убери, чувак. Руку. Как договорились. Дядь, я хотел, но я стрелял, ну только много, дядь. Я не сумел. Сука! Он же меня с первого класса воспитывал, дядь. Все, малыш. Арай, успокойся. Успокойся, посмотри на меня, все нормально. Все, тихо. Дядь, пошли. А пусть он так будет, дядь. Пусть живой будет, дядь. Пусть живой будет. Вставай. Спасибо тебе, мужик. Забери ее. Спасибо тебе. Все, пошли.
Что, совсем расклеилась? Не дождешься. В общем, у нас есть козырь. Вот. Это кто? Не узнаешь? Это участник под номером 5. А рядом судья. Вот это да. Это крючок. Теперь мы можем их шантажировать. Один надежный товарищ проследил за судьей до квартиры. Теперь мы еще знаем, где она живет. Вот что значит опер. А ты думал, это тебе не мелочь по карманам тырить. Реальная зацепка. Судью арестуют первой. Она сдаст нам всех. Я заставлю ее, скажем так, сотрудничать. Ой, да не зевай ты. Так вырубиться недолго. Ничего. Солнце взойдет, легче будет. Да, скорее бы уже рассвет. Новый день. Как думаешь? Мы сможем его пережить?